remember we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Любые вопросы в любое время вам задаваться. Любые. Не верю, что бывает из-за расчета на обычный телефон. Да? Если мы сегодня с вами уловим, где бизнес, не идти бизнес, какой идти бизнес, да? Используя самую очень-очень применимая тема бизнес-плана. Это раз. То есть это как отдельный раздел или там дневного бизнеса, да? Вы увидите, то есть мы с вами несколько рычагов. Поэтому нам хотелось бы выявить несколько индикаторов. В моих затратах только есть один вид расходов. Какой расход? Все так же, как расход. Здесь у нас такое понятие, как реклама. Прямые затраты и косвенные. То есть здесь как? Да, нет, не все равно, социальные. Представь, что там в зарплате сидит. Да, представь. Я, может быть, даже корреспондент на такие. Будем дальше двигаться, не понимать с этим ничего не делать. Там раздражение, это уже что? Ярость это 100%. А то, что вы говорите ярость и... Ну, так и окей, со с ними тоже все окей. Мы сейчас до этого дойдем, да, что с ними... Вторая стадия. Ты как вот тут медиатор, это может быть руководитель, да? В крупных компаниях это часто выступает HR. Один такой аргумент, да, там, что, не знаю, это про здоровье. Для того, что должны быть в разные ценности, разные. То есть, например, первый аргумент, если работать с тобой хорошо, когда я путешествую, у меня в каждом... Никак, это такое, А я вот тоже видео снимаю. Добрый день, твой тренер был, как зовут? Какая тема? С утра была, у меня уже все было... Переговоры, да. Negotiation. Хорошо, желаю вам хорошего учебного процесса. Спасибо. Увидимся в следующих. Что отличает от такого средненького продавца, от такого процесса, который впаривает, идет тенденция к тому, что мы переходим на экспертные продажи, которые долгосрочные. А есть у нас переговоры такие, которые сложные продажи, когда бывает, знаете, одна продажа. Сейчас подход такой, я не знаю.